Прежде чем пришла в Словению, я, конечно, поинтересовалась в первую очередь клубом. И перед тем, как прийти в Словению, я уже играла против Крима за свой домашний Волгоград. Против Крима. И впечатления были самые хорошие, так что без опасений, с огромным желанием, и пришла в Крим. В первую очередь я интересовалась клубом и, может быть, персонально я только знала тех девочек, которые раньше играли в клубе, которые пришли в Крим до меня. Терепаска, Чичкова, Иценко. С Мариной Вергелюк я пришла в тот же год, и с Таней Логвин. Так что были мои соперницы, стали моими соигралками. Что словенцев никого не знал. Что я сделала правильный выбор? Я выбрала правильный клуб, прекрасную страну и город. Я немножко волновалась, кто меня будет встречать в аэропорту на Борнике. Русский, славянский, английский. Живо хвала Тауриду. Доброжелательный, вот. Тоже ничего особенного не могла бы сказать, что мне что-то мешает или не нравится. Любляна, Марибор, Цели, Пиран, Веления. Турк. 2 миллиона. Все славяне мы, и я не думаю, что какая-то огромная разница между русскими и славянцами. Жганцель. Я прибурская пиболица. Ян Пристыня. Аленка Годец. Если ко мне кто-то приезжает в гости в Словению, я обязательно их веду прогуляться по Любляне, особенно в старую часть города, на море, на побережье, в Пиран, в Постоинскую яму. И да, еще Постоинскую яму, Пиран. И Виноград, это в центре города. Я бы не сказала, что в Криме делятся на иностранок и на славянок. Если бы кого-то выделила в клубе, я бы, наверное, выделила только Марину Вергелюк, которым я уже 7 лет играю в Криме. И мы говорим между собой по-русски, поэтому коммуникация намного легче, чем я бы. Я Людка. Сама. Редко получается, практически получается, дом побывает один раз в год. Это первый раз за 7 лет получилось так, что я между в течение сезона не получилось побывать дома, и через месяц это будет практически целый год. Всем иностранцам, не только словенцам, я бы сказала, что в России не так холодно, как все думают. В России не ходят белые медведи по улицам. То же самое. Да. Да. И по той причине, что Россия разрешает двойное гражданство. Если бы Россия запрещала иметь 2 паспорта, я бы не взяла словенское гражданство.
с меня выпадает такая возможность посмотреть баскетбол, хоккей. Я с удовольствием это. Нормальные мужчины, хорошие мужчины. Всем читателям спортивной газеты, лучшей спортивной газеты в Словении Кипа, успехов и исполнения всех желаний.